Ладно, пойдем сейчас попробуем. Правда, оружие не сменило тебя. Оружие я не сменил, тут плохо. Не хватает места. Рюкзак забит. Как ты достал, сука? Да ну нет! Блин! Опять не дает ничего сделать. Да что ж такое-то? Что ж за сука? Не дает лечиться. Блять.
Как? Но я же перекатился. Вообще забей. Чё за босс, блядь? Ну как он достал? Как ты достал-то? Ну как? Рюкзак забит. Я пальцем. Блин, зараза. Это просто пиздец, нахуй. Я еще не понимаю, как с ним биться. От этого мороза хил бежишь, блядь. Такое ощущение, что чем больше я прокачиваюсь, тем боссы сильнее становятся. Правда. Зараза, не помещается. Блять. Это просто пиздец нахуй. Урона миллион, просто миллион. Не перекатился, все, блядь, пиздец. Ты труп. Может подумать, блядь, в реальной жизни перекат поможет. Че за хуйня, блядь? Yeah.
помещается. Беги, ёбаный, помещается, не помещается. Просто ж пиздец какой-то нахуй. В чём-то лично застревает, блядь. Ёб твою мать, это просто пиздец. Где ты там в чём застряла опять? Клуша. После перезарядки первый выстрел... В принципе, говнище. Что ты отналить? Быстрый бегший. Ну вот как? Ну блин. Так, ладно, не надо лечиться. Холодно, холодно. Я понимаю, что холодно. Че я делаю не такая? Скажите мне. Пальто брать деньги. Авантюрист. Охотника, интересно, брюки бродяги. Yeah.
Ну, блядь. Ну, блядь. Это просто пиздец. Один раз не успеешь перепрыгнуть, и все, иди покойник. Но... Ну, как так-то? Может быть, защиту поставить? Первая фаза изи. А вторая нет. Да ну как? Начинается геморрой, блять. Нет, 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 нет. Где ты там, сука? Да ну как? Съёб твою мать, наконец-то нахуй. О май гад! Браслет Оберка. Рюкзак забит. Господи, какой геморройный босс, если у вас FPS маленький. Это просто пиздец. С нормальным FPS он, возможно, и нормальный. Не хватает места. Не хватает места. Но если у вас видеокарточка не тащит чуть-чуть хотя бы, все, пипец. Вы будете трахаться, как я. Ну или не будете, может, я просто криворукий. В любом случае, тут жадничать, я понял, жадничать на быструю его смерть не стоит, на урон, на все это. А вот инвейдить все атаки, это очень, очень обязательно. Доджить, перекатываться. Ну ладно.
Так, куда-то меня выкинуло. На ту сторону ворот, походу. Так, мне какой-то браслет Одрика дали, да? Это что, кольцо или что? Знак убийцы. Где он? Так, это походу... Так, подожди, а чё дали? Это талант, что ли? Дрыв... Нет. Что? Я слепой? Азарт, командование, оборонец, охотник, змеиный клык, знак убийц, чёрное солнце, авангард, алмазная призма, снайпер, спинолом, скользание, корневой браслет, кровавая чаша, перстень силы, повязка. А, это возможно... Темное дерево, сердце, шейный гончий. Браслет Одрика. Никогда не вижу, что написано, блин. Ценный ресурс, принадлежащий Одрику хранителю щита, используется на создание мощного модификатора. Одрик приступил в тень Магира, как только достиг нужного возраста. Он умел внедрять и без того тяжелых врагов. Варгилов. И это способно заработать на титул Хьяла охоты несколько дней назад. Модификатор, интересно. Ну, надо телепортнуться и посмотреть, что из него делается, да? Так. Верните мне пушечку и запилите мне дверь. Поехали в исходный блок, в смысле в блок 13. Что еще? Здорово, тетя. Что? Надеюсь, оно того стоит. Морозный туман. Выпускает снаряд, который наносит 10 урона от мороза и создает морозное облако. Облако накладывает эффект обморожения в радиусе 3 метров, пока не рассеется через 10 секунд. Прямые попадания накладывают эффект в количестве 3 единиц. Чё? У меня полно работы. Я не говорил, у меня тоже. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Вот это что я сделал? Выпускает снаряд, который наносит единицу урона морозом. Или вот это снежная буря? Нет, это... Что-то нужно? Конечно. Симулятор нужен, есть? Встречи. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Да ладно, давай поболтаем что-то. Здравствуй. Здорово. Только лучшие у тебя, да?
удачи. Давай. Рад тебя видеть. Так, ты бесполезная. Ты что скажешь? Да ну есть. Маленько. Но у него броня одна, да? На которую у меня всего хватает, вообще-то говоря. Че они не пишут характеристики? Купи, блядь, кота в мешке, ага. Эти мерцающие осколки с кровью добывал. А вы мне предлагаете купить кота в мешке? Офигели, что ли? Собаки страшные. Так, ну чё, все получается, да, дальше? Чё, дядька, стоишь тут, скучаешь? Рад снова. Не теряй го. Бесполезный. Понятно. Так, ну понятно. Мне надо, во-первых, ворота открыть, которые хрен знает где находятся еще. А, вон они. Ну, монстры. Вот нафиг. Задрали. Полутаемся маленько. Что-то еще вещи, да? Блин, белое все, нифига не видно. Будем считать, что нет. Ладно, пошли. Мне интересно, следующая локация, ну, в смысле, следующая часть локации какая будет. Ну, судя по всему... Не, ничего не могу, не буду говорить, потому что ничего не знаю сам. Я скажу только, что в приключении я ходил совсем по другой локации. То есть она похожая, но другая. Блин, я думал, это крыса. Так. Сейчас бы мне здесь заблудиться, и было бы все хорошо. А то если не заблудишься, скучно же жить. You know. Так, ящичек, давай. Ну, блин, мороз вообще-то ничего так. Судя по тому, что он там застарял. Где ты, падла? Долго стакается, интересно. Жирные какие-то стали все.
Открывал или нет? Нет. Ну, что у вас есть? Тут, возможно, это кольцо нам можно снять, которое эффективную дальность атак уменьшает, но увеличивает урон, потому что лок это открытое. Ну, я не знаю, что ставить. Пофиг, так походим. Это уже данж следующий, ничего себе. А, ну собственно тут что, тут да. Сейчас тут пройдусь. Коротенький такой отрезок. Довольно-таки. Секретов. Секреты, может, какие есть. Вроде бы все. Не знаю ничего. Ну, наверное, да. Ну, все. Ладно. Я заблудил сюда. Мне вот куда, блядь? Сюда? Сюда, наверное. Да, правильно пришел вроде. А, и тут босс сразу. Прикольно. Ну, босса я на следующее видео оставлю. Вы уж не обессудьте. Пока-пока. Угу.